лифт не работал. Я 9 этажей шел пешком, чтобы не опоздать. Я пешком... Ух ты! Ну я зашел! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете радио «Перепел FM». Кстати, «перепел» — это птица, хотя, послушав наше радио, многие думают, что «перепел» — это глагол. Извините, смешно, просто смешно. Мы просим вас запастись корвалолом, потому что сегодня у нас в гостях, хотя каких чертов гостях, кто его звал, поэт и исполнитель своих, как ему кажется, стихов Аркадий Плинтус. Василий Плинтус. Кому не интересно, кто ты? Ван-ван, раз-раз, ту-ту, три-три. Как слышно? Слышно, к сожалению, хорошо. Я сегодня хочу предложить всем свои стихотворения. Прости, Господи. Что вы сказали? Я говорю, начинаем, слушают все. Да, 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 да. Из сборника «Любовная лирика», рубрика «О верности». Ты, любовь моя, навсегда, нет на свете тебя вернее, не уйдешь от меня никогда, ведь прикована ты к батарее. 40 лет, ума нет. Именно так называется мой новый сборник ироничных стихов и стихотворения «Оттуда же». Откуда же? Отсюда же. Начинаем. Ты говорила, что не знаешь, откуда у меня рога. Наверное, кальция избыток, ага. Отсюда же. Откуда же? Оттуда же. Хорошо. Жила-была девочка 60 лет, потому что всем говорила «нет». Оттуда же. Откуда же? Отсюда же. Хорошо. 5 зубов отсутствует и болит фингал. Зря я Веру Павловну в лифте целовал. Спасибо. 40 лет назад в семье Аркадия... Василия. Аркадия. Произошла трагедия, родился Аркадий. Василий. Аркадий. Когда ему было 16 лет, он издал свой первый сборник стихов. Скажите, у вас есть какие-то хорошие, интересные стихи? Да. Пожалуйста. Естественно, есть. Называется «Пчеложужье». Так. «Пчела в ноздре не жужжит». Хорошо, ну. Все, конец стиха. Емко, но убедительно. Продолжаем. Про пеликана читать? Ну, почему нет? Фух. У пеликана очень мощная хлебала. Жаль, что стишок случился без финала. Так хорошо же без финала. Зато в следующем аж 2 финала. Вывихнута ножка, сломана кроватка. Так. Видно, в Камасутре была опечатка. Друзья, напоминаю, что вы слушаете радио «Перепел FM», хотя я советую послушать вам что-нибудь другое. Ведь у нас в гостях, как на грех, поэт и сочинитель Аркадий Плинтус. Василий, скажите, Плинтус. Аркадий, я вас пока по-хорошему спрашиваю, есть у вас какие-то нормальные, адекватные стихи? Нормальные у меня кончились. А как так? Надо было подготовиться здесь, в конце концов, передача. Зато у меня есть лучшие стихи. Так. Злободневные, но беззлобные. Угу. Денег стало мало, кризиса из-за, и теперь коньяк я капаю в глаза. Я хочу напомнить, что основной заказчик стихов, а также CD и видеодисков Аркадия – мусороперерабатывающий завод номер 5. Что не так? Номер 6. С 5-м контракт уже. Наши слушатели все еще надеются, что Аркадий прочтет нам какие-то хорошие, интересные стихи. Я, кстати, очень на это тоже надеюсь. Очень надеюсь. Может, про семью? Может, почему нет? Я проживаю в Европе, в семье не очень простой. Там папа носит колготки, а мама всегда с бородой.
Достаточно. Во время эфира с Аркадием к нам приходят тысячи сообщений с просьбой сжечь нашу радиостанцию. К счастью, время нашей передачи ограничено, и мы не сможем устроить все стихи Аркадия, но, к сожалению, осталось до конца передачи еще 5 минут. Я успею. Уже 4. Средь берез и сосен принял я 0,8. Сегодня мы узнали неожиданную новость. Оказывается, у Аркадия 3 детей. Да? Отобрали вчера мобильник. Да. Детская колыбельная называется «Сверчок». Так. Тихо в саду за окном, ночь наступила кругом. Птичка на веточке спит, только сверчок лишь шуршит. Шур-шур-шур-шур-шур-шуршит. 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 Шур-шур-шур-шур-шуршит. Шур-шур-шур. И дальше по памяти. Шур-шур-шур-шур-шуршит. Шур-ш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 ур. Извините, это сверчок. Шур-шур-шур-шур-шур-шур-шит. 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 Все. Вышуршался. Придурок, что ему сказать. Именно так называется совсем новый сборник моих ироничных стихов и стихотворения «Оттуда же». Откуда же? Отсюда же. Когда хреново на душе и кофе-чай не лезет в глотку, ты позвони скорее мне, мы вместе наскребем на водку. Друзья, мы вынуждены прервать нашу передачу. Вон отсюда! Так называется новый сборник стихов Аркадия. А может, лучший сборник песен? Запою твои уши до дыр. Я думаю, закончить передачу лучше все же стихами нашего поэта. Какими? А вот этими. Вывихнута ножка, сломана кроватка, пробита головка, сломана сапатка. Нет, там была только кроватка. А в реалии? Поэтому пьют люди. Не надо трогать!